Приветствую на канале Asmodeeplay, мы продолжаем играть Assassin, забыл как у него называется-то, блин. Росман. Ну неважно, Assassin и Assassin. На севере, будем так называть. Поместье так мрачно с тех пор, как мисс Абигайль и Коннор умерли. Да. Так, минутку. Я же тут специально немножко проплыл даже. Сплавал сюда, думал, здесь пройти можно. Тут, кстати, не протиснуться. Да. Надо форты захватывать уже, чтоб мне удобнее было. Видел, как Ахиллес плачет? Разумеется. Да, но он же не грустит. Давай. Он в ярости. Песню запевай. Я не понимаю. Справляется с потерей. Как и все мы. Я знаю. Но столько времени прошло. А мы только и делаем, что ищем чертову шкатулку и манускрипт. Охотник знает что-то о шкатулке. Они, шевалье, ждут нас в Сен-Джон. Шевалье, да? Тише, спокойненько. Ну вот, теперь я снова безутешен. Ахиллес сказал, что с артефактами можно попасть в места силы. О чем это он? Сам толком не понимаю, Шей. Я много говорил об этом с Адевалем. Он думает, что шкатулка может, ну, показывать слова и образы. Типа, как телевизор работать. Как волшебный фонарь? О чем ты? Ну знаешь, такая штука. Отец Коннелли показывал нам в церковном подвале. Ящик. А вот нельзя высадиться, да? Впереди стеклянные пластинки, а на стене появляется изображение. Римский собор. Совсем как настоящий. А, да. Наверное, похоже. Только еще переводят слова из манускрипта. Представь, что на пластинках латынь. А мы видим. Как такое возможно? Кто знает. Боюсь, мы никогда не поймем, как работают частицы Эдема. Господи, да ладно, все вы поймете. Лайм, где в мире самые красивые девушки? Зависит от понятия красоты. Красавица Скорфу и красавица Нозла разные, как день и ночь. Подумили? Вот такие фразы и создают репутацию мудреца. Да, спасибо. Тут какие-то развалины. А я бы сказал, Гавань. У девушек там прекрасные ноги и груди. И самое главное, они не боятся их показывать. Но кораблекрушение было. Я хочу обидеть наших там. Надеюсь. А самые милые девушки в Галуэе, простые и честные, и всегда угостят тебя выпивкой, если что. Почти на месте, капитан. Охотник ждет нас. И шевалье. Невелика плата за то, чтобы найти шкатулку предтечи. Ух ты, корабль-то какой тут. Дружественный. Впереди утес! Обособить мою метру! Капитан, за штурвалом! Свободу кротам! А ну, отдать кроты! Трави на... Причаливаем! Итак, мне поди сюда рано, да? Точно, ремесла. Карты сокровищ. Да нет, мне не вы нужны. При боеприпасах. Так. Так. Где мои? Нифига не то. Изготовить.
Для Шенбао. Нет, у меня нету Шенбао. Изготовить. Блин, не получится. Недостающие элементы шкуры американского лося. Так. Шкура арктического зайца. В общем, нам надо покупать трофеи. Купить охотничьи трофеи. Шкура песца, мало ли, зачем она нам? Вот, две возьмем. Арктического зайца точно надо, это я видел. Почему именно арктического, не знаю. Что, другого зайца не подходит, что ли? Под сумки. Арктический волк. Где я должен был собирать его? Бобра черного медведя. Бог его знает. Может, для Шенбао это надо. Черного волка я загасил уже. Сам. Канадская рысь тоже нужна. Для дротиков берсерка, по-моему. Вот американского лося. Или американского оленя какого-то надо было. Шкура серого волка, шкура зайца, горбатого кита, касатки нарвала, белого медведя, акулы, белухи. Ну, вроде пока все. Все, можно посмотреть теперь. Так, условия, продолжайте кампанию. Продолжайте. Изготовить. Это уже сам буду готовить. В остальном все нормально. Костей можно и так вот купать. Так, для начала. Для начала сюда. Будем расчищать немножко карту. Письмо. Только не говори, что мне наверху копать надо. Твою-то мать. Ты же тоже тут не просто так стоишь. Давай. Выкопал. Блин, на кладбище. Да ё мать, ты чё натворил? Охренеть! Не ту кнопку нажал, и что получилось?
Пули, все, пулю взял. Все, 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 все. Вот, история, блин. Орлиное заведение осматривает. Ай-яй-яй, как не хорошо-то получилось. Учтем. Где-то тут. Вперед. Так. А за каким я сюда вообще прибыл-то? Что ты там ругаешься? Прекрасно, прекрасно залез. И вверх. Пойдем. Все. Да спокойно ты. Блин. Смотрите-ка, все-таки выше надо, да? И еще выше. Начать задание. Шевалье, что с вашим кораблем? Тут вышла небольшая потасовка. Я пустил три корабля ко дну, но... Креча чуть не последовал за ним. А вам повезло больше, охотник? Пожалуй. Мне сообщили, что Самуэль Смит рыщет повсюду в поисках ответа. Хочет понять, что делать со шкатулкой. Он вернулся из Европы. И где он? Переоснащает шхуну. Поторопитесь, сможете найти его здесь. А, кстати, о тех чертежах. Мой инженер построил то орудие для вашего корабля. Стреляет, как артиллерийская бригада, но в два раза быстрее. Я восхищен. Благодарю. Всегда рад стараться для моих друзей. Теперь я опасен? Теперь можно улучшать ее. Капитан? Конечно, бросить, там где-то вышка, блин. Давай, давай.
Давай, 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 давай. Осмотримся. Пойдем улучшать. Улучшать. Вот. Ядра для мортир. Это вот вот эти батальоны, да, как батальоны, как правильно называется там? Так, цилиндр для ружья Пакла позволяет ружьям Пакла на... Так, ладно, здесь мы пока бессильны. Внешний вид. Не получается, ладно. Радуются, как дети. Так, орехи, орехи. Капитан, у руля! Пожалуй, я присоединюсь к вам. Угу. Что ж, вперед, господа. А ты в приподнятом настроении. Давай, а давай. Почему бы и нет? У меня есть оружие, которое я очень хочу испытать. А еще, тамплиеры хорошо вооружены. Уверен, этот ваш Смит не исключение. Эти чертежи неожиданно помогли. У Морриган теперь есть таран-ледорез. Я слышал о таком устройстве, но никогда не видел его в деле. А что со Смитом? Он где-то здесь? Ага, плавает где-то поблизости. Возможно, шкатулка предтечи не будет. Найдем его. Что приказали? Пусть сейчас толкнем. Атака тараном позволяет вам атаковать вражеские корабли. Удерживайте и быстро нажимайте. Идеальное время. Леди Удача снова на вашей стороне. Он заметил. Погоню! Стреляйте. Мы можем повредить шкатулку или утопить ее. Эта лохань может плыть быстрее. Мой корабль хотя бы все еще на ходу, шевалье. Он очень умен, но здесь не лист. Казначей тамплиеров. Не представляю, что он здесь. Или на вас на что-то слышал. Если бы мои союзники на него напали, я бы знал об этом. Он долго был в пути. У нас не шанс не ходить. Если это не разрушает с ним, так ведь? И если у
Вашингтон доверил ему шкатулку. Она все еще. Эй, Трамп, сначала шкатулку. Так, копить нельзя. Или попасть на корабль, или прижать к берегу. Ни хрена не видно. А вот я себе нос пока не поставил бы, я бы там и не пролез. Будь свободен. Да, снова тебе повезло. Но праздновать победу пока еще рано. Смит хочет уйти. Мимо! Засада! Отправим этих каналей вам! Смит не должен уйти! Давай. Вот и все. Что, починить? Конечно. Я не вижу корабль Смита. Сначала надо разобраться с этим. Мы найдем его. Снова поплыл. Видимо, хотел полюбоваться, как вас убьют. Вот он огорчился. И мы можем его догнать. Давай. Ой. Чертовщина. Тактика тамплиеров. Они могут поджечь даже сам океан. Осторожно! Того и гляди, сгорим! Последняя. Отчаянная попытка выиграть. Ему не уйти. Давай, здесь надо... На скорости нельзя пробегать. Буря! Шей! Куда он плыл? Здесь у мерзавца укрытие. Надо идти по суше. Не вздумайте стрелять из корабельных орудий в сторону этой шкатулки. Я этим займусь. Капитану штурмана! Поймать ветер! Ну-ка, давай-ка. Рифить все марселя! Отдать якорь! Так, Шенбау прикреплен смертельный нож. Нажмите F, находясь на цели, чтобы совершить быстрое убийство. Удерживайте F, находясь на цели, чтобы совершить... Находясь на земле, прицелиться. Нажмите, чтобы подтянуть врага к себе. Затем нажмите, чтобы нанести удар. Ну ладно, только...
Нужно ли оно мне? Так, ладно. Что у меня есть? О. Подумай сам, ассасин. Братство использует тебя. Тебе конец, ассасин. Почти. Нормально так. Тебе конец, ассасин. Ты пожалеешь. Подумай сам, ассасин. Братство из убить. Остановите его. Вот и все. Добрался, убил. Не может быть. Нет! Ты хоть знаешь, что это? Древний артефакт. Сокровище тех, кто пришел раньше. Да. Впрочем, даже лучшие ученые Европы не смогли ничего с ним сделать. Я же не ученый Европы. Осталось найти манускрипт. И все станет ясно. Бежим. Ой, ну это как там? Горящее масло. Вы можете сбрасывать в воду горящее масло, чтобы повреждать корабли за кормой. Смотрите назад и удержите, чтобы использовать горящее масло. Двигайтесь, чтобы целиться. Так, нажмите или удерживайте, чтобы бросить горящее масло. А, на двойку, да, чтобы быстро посмотреть назад. Все, ладно. Где вот он, сундучок? Вот и все. Так, ладно. Меня сейчас не это беспокоит, меня по пещере пройдемся. А где я с берсерком? Я от берсерка. Да все понятно, мы там были уже, то ли здесь, то ли в подобной пещере.
Давай, 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 заползай быстрее. А жить тут где-то. Ладно. Это потом. Так. Вот так вот. Подбираем амулет. Или что это? Куколка. На кое она только нам нужна? Что, один вход, один выход? Я же отсюда пришел, нет? А, нет, смотрите-ка. Ну, давай. Так, сюда мы добрались. А мне надо в другую сторону. Да, еще чуть-чуть. Раз мы здесь, проанализируем. Это, кстати, рассказы своего рода. Какие-то. Про добро и зло. Один вход, один выход. Только вот здесь выход, там, мне кажется, нет?
твою мать. Забрел в какие-то пещеры. Доступно улучшение. Что за улучшение вот только? В общем, побывали мы тут. Можно отчаливать. Кстати, на вершину своего корабля еще ни разу не залазил. Капитану штурвала! Шкатулка предтечь у меня. Теперь вы можете использовать быстрое перемещение. Но это мы знаем. Только мы здесь еще не были. Куда нам надо? Перемещаемся. Шкатулка предтечь у меня. Смит мертв. Отлично, Шей. Где шевалье? Вернулся на кречет. Боюсь, придется праздновать без него. Как-то мне не до праздника, Лаем. Я знаю, нам нужны эти арт... Конечно, переходим. Шпагу-то держал с трудом. Ну, держал же, и ладно. Паруса отдать! Быстрое перемещение здесь недоступно. Я здесь уже побывал. Да. Приплыли. Олбани, июль 1754 год. Ох, сколько здесь народу я покрошил в свое время. Будь здоров. Ой, спасибо. Так. От собирательства я немножко подустал. Ну? О чем здесь беседу ведете? Конгресс еще заседает. Джордж Вашингтон и его войска открыли огонь по французам. Это считают началом войны. Джордж Вашингтон? Младший брат Лоуренса? Да, он самый. И, кстати, о Лоуренсе Вашингтоне. Поскольку ты убил его, Джеймс Уордроп повышен в звании.
Все ресурсы тамплиеров в его распоряжении. А что с манускриптом? Из Нью-Йорка сообщили, что он у Уордропа. Сам Уордроп тут, в Конгрессе, но его охраняют. Шей, найди цель. Забери манускрипт. Здесь слишком много тамплиеров. Мы проследим, чтобы он не скрылся. Здесь много всего. Ну ладно, пойдем. Так. Ну пусть там полазит пока. Видимо, Уильям Джонсон, тамплиер. Может, манускрипт у него. Или он знает у кого. Господа, как я уже заявлял, нам необходим национальный союз, одобренный парламентом и дающий больше независимости колонии. И мне слезть не дает программа. Мы не готовы отразить угрозу со стороны Франции. Проще говоря, колонии присоединятся или погибнут. Вдохновенная речь, мастер Франклин. Вы впрямь верите, что Великобритания дарует нам свободу? У них нет выбора, мастер Джонсон. Чем дальше владение, тем слабее хватка хозяина. Да. Впрочем, не будем говорить о политике. Благодарю за исследование. Что вы, что вы. Времени было мало, но я успел понять, эта шкатулка уникальна. Древний Египет, да? И как было сказано в моем письме... Я готов, так сказать, открыть ее. Отлично. Вскоре мы доставим вам ее. Что до манускрипта, капитан? Прошу прощения, сэр. Но мастер Уордроп отказался отдать его. Сказал, риск слишком велик. Риск? А. Прошу прощения. Манускрипт и шкатулка очень скоро будут у вас. Будут. Ты жалкое подобие солдата. Бегом, Форт Фредерик. Передай мастеру Уордропу, чтобы живо отдал манускрипт. Не то я скальп с него сниму. Вот это другое дело. Передавай дословно только. Этот капитанишка не должен добраться до Уордропа. Блин. Ладно. Переиграем этот момент. Этот капитанишка не должен добраться до Уордропа. Это зависит от короля. Нам нужно более влиятельное правительство здесь. А теперь за Уордропа. И манускриптом. Ладно, ладно. Get back here, you jackturd!
Stop there. Hold mine. Что? Успокоился? Не убивайте мирных жителей. Да я и не хотел, как-то сам. Ты не прыгаешь так, нет? Ладно, так, я понял, что здесь мне не пройти, не залезть. Тут почему-то тоже не могу, ладно. Пойдемте посмотрим, где я могу. Вот здесь я могу. Или я должен был на флаг как-то напасть? Понятно, поди на флаг надо было нападать-то. Так, пока идет все нормально. Убить. Вот так.
Ждем. Ну давайте. Вот так. Самого волной бросило. Чертов тамплиер. Нет, ты не понимаешь, что творишь, глупец. Освобождаю людей от вашей власти. И они будут свободны, когда французы приберут к рукам эти колонии. Самое главное, чтобы эти колонии не оказались под гнетом тамплиеров. Мы залог порядка в этом мире. Если все дозволено... В опасности все. Ну, своего рода прав. Даже дьявол процитирует Библию для своей выгоды. Ну, сходи, дротики, берсерка набрать. С воздуха убить. Я вот так завалил. Мне нужен оружие. О! Ремесла. Точно, точно. Условия. Шкура серого волка нужна. Вот так вот. Ладно, сейчас закупимся. Где-то недалеко от корабля. Не та дверь. Блин. Так, охотничьи трофеи. И теперь боеприпасы надо. Клинки.
О! А, это используется. Ну, точно такой же. Используется урон 1, поражение 3, дальность 5. Угу. Урон на 2, поражение 3, дальность. Ну давай, вот, будем это использовать. Будем на близком расстоянии долбить их. Боеприпасы. Это есть, 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 есть. И... О, Шинбао 15 сразу. Да и все вроде. Да не. Мне в ремесла надо будет заходить. Чтобы. А остальные условия. Ладно, я запомнил вас. Да, вам не повезло, ребята. Нет, я уверен, с этим флагом что там можно сделать. То ли его как-то поджечь можно. Какое-то собирательство, иначе бы что он бы так выделялся. Куда плывем? Вокруг острова, значит. Поплыли. Манускрипт у меня. Отлично. Хоуп ждет тебя в сонной лощине. А что там? Бенджамин Франк. Джонсон нанял его для работы со шкатулкой Петтич. Каков план? Найдешь Хоуп. Оденешься слугой Джонсон. Передашь шкатулку и манускрипт. То есть я теперь курьер? Точно. Посмотришь, сможет ли Франклин разобраться со шкатулкой. Останешься с ним. И кстати, так. Насколько нам известно, Франклин не знает ни о тамплиерах, ни об ассасинах. О, простое задание. Для простака. А давайте я соберу здесь. Обрособить рейк метру! Трап мачта! Марсофалы подымай! Меньше ход! Убавь парусов! Я по-быстрому, ребята. Пойду соберу и приду. Ой-ой-ой-ой-ой. Эти-то там что стоят, кого охраняют? Давай. А почему бы и нет? Зайцы, охота. Блин, близко. А, ну-ка. Я что, не открыл, что ли, эту штуку? А, нет, все открыто.
Все, идем назад к кораблю. И уплываем отсюда. Всем спасибо, что передали мне письмо. Надо будет как-нибудь пистолеты потом опробовать. Мощь-то увеличилась. Так, тут постройка, стройка, стройка. На алкаши. Господи. Свиньи. Недалеко от алкашей ушли, значит. Радуйтесь, капитан на борту. Капитан на мостике. Сейчас развернемся на этом маленьком. Неплохо. Ой, мимо чего это я проплываю? Нет, мне туда не надо, мне надо сюда. Влево уходим. Теперь правильно. Бля, я сориентироваться не могу, вы меня... Вот так. Все, теперь вижу. Я думал, не туда плыву. Осмотреть территорию. Причаливаем. Да, мощно прыгнул. Мне нужен... Последите пока за ним. Ой, они за мной бегут. Доктор, кто там? Доктор. Вот и все. Просто мясник своего рода. Вот и все, сама ко мне пришла. Дама. Мадемуазель. Ты опоздал.
Небо уже хмурится. И не только небо, да? Мастер Франклин, сэр. Меня зовут Шей. Это моя спутница Хоуп. Уильям Джонсон велел передать это вам. А, спасибо, но, боюсь, эксперимент откладывается. Что это значит? Армия конфисковала мой громоотвод, а без него не получишь электричество, необходимое для вашей шкатулки. Мастер Джонсон вряд ли захочет ждать. Возможно, вы можете помочь. Солдаты весь день таскают вещи. Может, они скажут вам, куда забрали громоотвод, а вы его вернете? Рад служить, сэр. Попробуй поискать на рынке возле доков, а я помогу Франклину. Ага. Какое безобразие. Я не могу продолжать свои исследования. Прямо таки ученый. Орлиное зрение. Фонарем. Блин, он туда пойдет. Не оглядывайся. Похоже, за мной следят. Тебе просто померещилось. Ну, я посмотрю. Эй, милая, выпить хочешь? Если дружков прихватишь. Как это грубо. Да. Местные сердца меня сегодня мусором швырнули. Так вообще не смешно. Если командир прикажет продолжать, они взбунтуются. Я бы тоже сердился, если бы у меня имущество отбирали. Нам нужно жилет. Местным объясню. Давай. Когда мы победим, они еще спасибо скажут. Займитесь делом. Должен помереть. Ха.
Песня. Ограбить. Интересно, зачем мастеру Франклину нужны эти стержни? Ну, ладно. Гроза все сильнее. Нужно вернуться к Франклину. Дождь. Доберитесь. Сейчас он будет как Франкенштейна воскрешать что-то там. Шей, слава богу, быстро, прямо отбор. Ну даже не знаю. Смелые ребята во время грозы с железом баловаться. Отойдем, говорит. Это карта. Что за место? Португалия. Лиссабон, могу поклясться. Шей, скорее уходи. Вот-вот появится патруль. Станут задавать вопросы. А как же ты? Я образцовая экономка. Ясно. Не плавайте. Ну что, и не плавать? Так. О. Давайте возьмем карту для начала. Ближайший бюро Маунт Вернон. Хоп будет ждать. Взял, ушел. Так бы всегда. Да, далее. Бежим. Что делаешь? Бегу. Опять работа. О, стоять. Эту местность мы помним. Осквернили. Пошли дальше. Ладно. Не хочу плавать. Дротики берсерка нужны. Все. До свидания. Так. Нужно на корабль. Ай-яй, шторм, плаваю.
Меня ничего не останавливает. Меня не пугают ни волны, ни ветер. Плыву я к единственной маме на свете. Не слышу. Успели вырваться. Причаливаем. Так. На лодку. Нет, чуть подальше. Ага. Ой-ой-ой, как нос-то чешется. Ладно. Раз исследовать тут пока нельзя, это орлиного зрения. Электронная орлиная вышка, как правильно называется. Все с вами ясненько, все с вами понятненько. Вообще-то дождь, ливень был. Лиссабон лишь немногим меньше Лондона. Уверен, что найдешь это место. Несомненно, Хоп. Монастырь, недалеко от гавани. В пару раз я навещал тамошних сестер. Что ж, раз ты там уже бывал, эта обязанность ляжет на тебя. Понимаешь, что нужно сделать? Ну, конечно. Не притечь и забрать частицу Эдема. У нас появился подходящий корабль. Не волнуйся, Шей. Я присмотрю за Морриган. Спасибо. Мы с Лаймом отправляемся в путь. Лайм не сможет поехать с тобой. Корабль ждет. Будь осторожен, Шей. Частица Эдема наполняет сила. Вы сами ни хрена не знаете, что такое, как пользоваться. Лиссабон, Португалия, ноябрь 1755 год. День всех святых. Красота. А я роюсь в грязи под церковью в поисках какой-то древней реликвии. Странные нынче времена. Да, во времена. Дурные нынче времена. Христиан одолевает страх. Где моя? Ну давай, он и так на него смотрел, он как пристально. Угу.
Индикаторы с Букари Венисти, Кристи Лейсон. Кристи Лейсон. Куия Декстерам, Патрис Седес, Адинтерпелан. Вторая. Блин, тут надо всматриваться, где они находятся. Или их орлиным зрением видно. Сомневаюсь, конечно, что на эту перекладину надо. А давай, 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 давай. А до четвертой сейчас скакать и скакать мне. Пошли. Так, ладно, идем обратно. Ну, красиво поют. Давай, давай, давай. Спряталась где? Все, добираемся до туда. Итак. Пока вы там свое место ведете, я уже. Кажется, это она. Святыня Предтечь. Что это у нас тут? Артефакт. Ну давай. Только могу я им воспользоваться или нет? За обманка была. Тут уже крыша рухнула. Ай-яй-яй-яй-яй. Да что там под землей может рушиться-то? Канализацию вы там проводили, что ли?
Конь обрушится? Нет. Давай. Построили свой дом, хрен знает где. А сейчас другие виноваты, да? Что он разрушил. Аж через весь город бегу. Что за катаклизма у вас тут? Стихия! Не получилось, да, через дом-то пробежать? Ничего. Так еще не все. Что за гонки вы тут придумали? В воде так что, не страшно, что ли? Там подводные толчки всякие. Как Господь допускает такое? Господь тут совершенно ни при чем. Да, творил я делов. Господи, помилуй, задание. Ну давай смотрим, что дальше у нас. Ну что, какой город мне уничтожить теперь? В Португалии было то же, что на Гаити. Землетрясение. Проклятый манускрипт. Погибли тысячи. Не может быть. Шей, человеку такое не под силу. Если только человек не нашел машины притечь. Ты видела шкатулку, Хоп? Энергия буквально стремилась вырваться из храма. Ты заставил меня убивать невинных. Как ты смеешь? Защищаешь его? Ахиллес отправил меня туда, как Макандаль Маруна на Гаити. Что здесь происходит? Хватит. Блин. Задание было непростым, возможно. Что, возомнили себя богами? Решаете, какой город разрушить дальше? Выведи его. Так получается, после этого тогда надо было играть-то в ту игру. Когда там? Ассасин 3. Лаэмсия думает, что я отступлюсь. Ахиллесу доверять нельзя. Потому что там Ахиллес уже старый, он хрыч. Он должен найти еще один храм предтеч. Мне плевать, что он мой наставник. И что он потерял семью. Он безумен, и его надо остановить. Его надо остановить. Там-то, я говорю, старый хрыч. Остается только одно.
Как ты по крыше зимой под таким наклоном гуляешь? Откуда я знаю про эту дверку? Из Ассасина 3. Пути назад нет. Я рассчитывал на тебя, Шей. Ахиллес, у меня нет выбора. Что за вздор, глупый мальчишка? Твой долг — красть у братьев? Предать меня? Кто-то должен искупить вину. Искупить вину? Ты не понимаешь, что творишь. В этом манускрипте будущее всего континента, а может и всего мира. Возможно. Но у нас нет права быть его хозяевами. Почему? Вся ответственность на нас. Да, ответственность за погибших людей и разрушенные города. Это борьба за власть. Все, хватит. Не позволю уничтожить дело всей нашей жизни. Но я его не убивал, даже не попытался убить, заметьте. Ассасины! Вперед! За ним! Я совсем с ума сошел! Он разнесет поместье! Твою мать! Область недоступна. Вы меня просто толкаете в эту холодную воду. Не успел. Ладно. Значит, надо определенным путем бежать все это время. Да, конечно. Идем на пролом, на пролом. Бум. Тебе не уйти. Кто сказал?
почему вы решили за меня? О, а я слышу голоса уже. Хватит. Верни манускрипт, Шей. Тогда Ахиллес... Я не могу. Иначе все повторится. Столько погибших. Еще одного и не заметят. Шей! Задание выполнено. Не получите повреждений, не совершайте ни одного убийства. Ну, я не собирался убивать. Мы же все-таки мои братья. Сбой в воспоминаниях. Кажется, там еще данные. Ладно, болванчик, сейчас я тебя не вытащу. Ты пройдешь путь до конца. Странно. Эти воспоминания на 20 лет позже, чем предыдущие. Это точно? Совершенно. Это значит, Шей тогда выжил. Если он таков, как я думаю, он будет продолжать. Данные повреждены. Воспоминания частичны. Посмотрим, что можно сделать. Слушай, нужно узнать, что задумал Шей. Воспоминания неприятны, но я на 90% уверена, что ты не умрешь. Так я должен где-то появиться, как-то идти. Так, болванчик, мы не знаем, где Шей и что делает. Так что смотри в оба. Мне надо знать, почему Шей там оказался. Приказ получен. Шевелись. Так. Это я за кого-то другого уже... Давай, на землю не надо вставать, я так понимаю. Да, Бенджамин Франклин с собой Богоматери. Если поторопимся, схватим его. Хватит уже тянуть. Идем. Бенджамин Франклин. Вот в чем дело. Франклин ездил по Англии и Франции. Тот тип назвал Нотр-Дам. Шей должен быть в Париже. Пришло твое время. Убрать угрозу. Защитить Франклина. А ничего, что они разбежались. А, все, вижу. Схватите его! Помогите! Кто-нибудь! Обрывок, воспоминания, значит. Черт! Что случилось? Больше данных нет. Исследовать воспоминания нельзя. Пока. Шей не умер, раз появился во Франции спустя 20 лет. Мы что-то пропустили. Воспоминания разделены. Сервера атакованы вирусом.
Поэтому у нас нет доступа ко всей жизни Шея. Нифига у него там. А я занята. Иди-ка к отца Бергу. Он в каком-нибудь кабинете отдыхает. Скучно. Шей Кормак ассасин. Но он не похож на тех, кого вы прежде использовали для создания своих программ. Я думаю, что Шей, возможно, самый важный ассасин за всю... Что он там прикрепил? Ваше исследование поможет мне получить результат, которого я пытаюсь добиться уже очень давно. История Шеи может предложить кое-что и вам. Получили доступ к фрагменту памяти Шея на другом сервере. Отлично. Мне снова придется забрать болванчика для работы. С этим заданием все ясно. Но я тебя прошу, обдумай наш разговор. Ладно. Эй, я у лифта, догоняй. Это мое рабочее место, нет? Так. Работа не ждет, болванчик. Встречаемся у лифта. Блин. Так. Так, ладно. Это так. Как бы, чтобы призма-то не попадала-то два раза. Падла. Вот так. Блин. Так, болванчик снова в анимусе, а я поглощаю новую порцию кофе. В мире все как надо. Я рад. Такие миссии тебе не по душе, верно, босс? Каждое задание по-своему важно. Понятно. Короче, мы... Ни хрена такого ничего не сделали. Подождите, тут
Блин, еще все планшеты тут можно собирать. Все делаю и делаю самоцветы. Прям залип. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот он, лифт. Я устала ждать Мелани и ее тупую ремонтную бригаду. Так что воспользуемся этой развалюхой. Я подготовлю анимус, пока ты идешь. Я отметила размещение сервера на карте. Вперед! Черт, забыла! Для сервера нужен первый уровень доступа. Первый уровень доступа предоставлен. Надеюсь, больше не будет проволочек. Отлично! Заходи в сервер. Тут читать надо. Когда запустишь сервер, я загружу фрагмент памяти Шея в анимус. Наконец. Так. Тут полегче. Да? Готовы к атаке? Начали. Ну, вперед! Опять аудиозвук. Отлично, болванчик. Данные повреждены, но работать дальше можно. Возвращайся сюда. Похоже, хорошо. А где у нас? Вот он, кусок бесполезности. И опять аудиозвук, да? А нет, смотрите-ка. Как и Хейтом Кенуэй, Дэниел Кросс произошел из рода ассасинов. Два поколения семьи Орловых служили братству. Наркозависимость Дэниела и психоз от злоупотреблений анимусом не умаляет его достижений во славу Ордена. По настоянию Уоррена Видика, он был внедрен в братство, заручился его доверием и встретился с наставником. Под влиянием подсознательной программы он убил наставника и начал первую великую чистку нашего времени. Аль-Муалим. Харас. Валис Эльтрадат, Батист, Дункан Уолпол, Хейтом Кенуэй, Люси Стилман, Дэниел Кросс. Вот лишь несколько ярких примеров того, что я всегда чувствовал. Всегда найдутся ассасины, готовые отречься от братьев и служить нам. Но лучше всего эту истину воплотил в себе Шей Кормак. И ассасинам пора принять этот болезненный факт. Но опять читать эту историю. Ну-ка, под столом нету. Нету. Смотрим, мало ли, где еще на полу валяется. На полу, в горшке. О! Неучтенные на карте. Давай, на стуле нету. Можно, конечно, туда спуститься, посмотреть. Так.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, это, наверное, потом мне пригодится. Надо же, как рукой рисовали. Мы набрали хороший темп. Так, сюда не выйти. Что мы еще имеем? Нарисовали. Пропусти меня. Мочёные. Пироги мочёные. Второй этаж. Что ты мне анимус подготовила? Так, ну здесь-то я все собрал. Тот закрыт. Все делаю и делаю самоцветы. Прям залип. Тоже закрыто. Вот в туалете я, по-моему, побывал уже. В кабинете начальник. Топаливно. Извините, проход запрещен. Да ты что? Запрещен проход. Ну и ладно. А что они за мной не спустились, если все артефакты у меня? Ну вот, спустились же. Спасают, по ходу дела. Если скажу, что большего ужаса в жизни не видела, получу приз за банальность? Да, у Шея был трагический опыт. А, нет. Вот кому ушел мой приз. Продолжайте исследование. Лучшее впереди. Давай. Выжил, значит. Нью-Йорк, 56-й год, следующий год. Ну, где я? Вот он. Еще и заросший. А? Рада, что тебе лучше. Спасибо. Мистер Финниган, да? Господи, боже ты мой. Мы подобрали деревенского дурачка. Барри! Вспоминаешь, Эй? Я Кэссиди, а это... Барри. Ты очень долго болел. Жаль, что был вам обузой. Видишь, у него есть манеры. Как для матроса может. Небось напился, да и выпал пьяный за борт. Барри! Он прав. Что вам надо? В чем дело? Их убили? База данных. Гад, как ты смеешь? Заткнись. Домик-то ни хрена себе большой. Что это вы задумали? Давай проваливай, дурень. Я так и хотел. Но ты меня обидел. На.
Ну как тебе, матрос? И не возвращайтесь! Ну конечно! Спасибо, Шей. Будь я помоложе, уложил бы их одной левой. Чего они хотели? Как обычно. Решили, что им должны за то, чтобы никто не пострадал. Помяни мое слово. Эти банды погубят наш город. Жди тут, принесу тебе кое-что. Надо стравить их просто, чтобы они уничтожили друг друга. Не стоит тебе разгуливать голышом. Вот, примерь. Вещи сына. Думаю, это тебе не помешает. Мало ли что. Благодарю. Ну, давай. Приятно, что под углом такой сделали, так сказать, с царского плеча. Ну, прямо настоящий джентльмен. А даже догадываюсь, кто у них сын. А при мне была книга? Нет, только это оружие. Спасибо вам. Или... Я пойду. Или... Видимо, манускрипт покоится на дне океана. Я стал этим, кто там, в третьей части там. В третьей части это этот тамплиер, который. Неужто я им-то стал? Господи, боже ж ты мой. Ай. Ты пожалеешь? Финниганам конец! Слышишь? Конец! Опасно совать нос в чужие дела! Выбрал! Ты пожалеешь! И Финнигана тоже! Вот так. Говорите, что вам надо от Финниганов? Я ни при чем. Мне приказали. Да. И где же твой босс? Его легко найти. Там во дворе всегда черный дым поднимается. Я тебе за то, что ты там булькал. Так. Мне надо местности пооткрывать. Поэтому давайте-ка к нашему орлу пойдем. А еще и карту возьмем. Да ё твою мать, да почему ты не пролазишь-то, скотина ты вонючая? Хорошая добыча. Понятненько. Сына, одежда сына, блин. Тамплиерская какая-то одежда-то. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Увидимся в следующем видео, а я пока буду перерабатывать его в 4К для вас. Дай это бог, чтобы у меня звук не сбился. Давай! Козлина, ползи! Yeah.